Прям как бабуин. Так было доказано, что Птолемей — ложный фараон. Да, лазутчики правы. Ты — Баек, Меджа из Сивы, дитя Нила и защитник всех людей. Я — Нава, и мятежникам нужна твоя помощь. Я — защитник. Говори. Себни, мой брат, рассказывал детям легенды об Александре Великом. И, конечно, двое детишек решили сбежать, потому что где-то рядом его сокровища. Дети есть дети. Конечно. Себни и еще один воин отправились на поиски детей. Но их схватили люди фараона. Ты знаешь, где они? Да. Их видел наш лазутчик. Сейчас их держат в лагере Хитаемаза. Это на севере. Прошу, найди их. Себни единственный, кто знает, куда дети пошли искать сокровища. Не волнуйся. Я найду всех. Ah.
Ладно. Был рад встрече. Thank you.
эти надписи времен Старого Царства. Ретрансляция. Сегмент 1. Поиск совпадений во времени. 91-й день после Великой Катастрофы, говорит посланник. Реально ли Земля под ногами?
Реален ли этот механизм? Музыка, что вы слышите? Те, кого вы целуете, те, кого вы ненавидите. Вы ходите по земле. Она реальна? Ваш враг истекает кровью. Так что, он реален? Мои слова все больше приводят вас в смятение. И что, вы реальны? А вдруг реальность совсем не то, чем кажется? Что если все это кем-то создано? Все это лишь искусная симуляция. Так бывает, вы знаете. Вы уже бывали в Анимусе. А вдруг вы и сейчас в нем? Вы ведь знаете, какой реальной может казаться симуляция, даже после того, как исчезнет. Это называется эффект просачивания. Множество слоев реальности с размытыми границами. Что реально, а что нет? А если ничего? Вдруг все, что вы знаете, ложь? Мы испытали тысячи симуляций в поисках нужной версии. В поисках Дезмонда. Все они казались реальными. Очень реальными. Узнать наверняка невозможно, правда? Ясности нет. Симулировать можно все. Порой ответ приводит к стиранию данных. Из сборки, из кода, отовсюду. Так много вопросов и так мало вычислительной мощности. Не спешите. Этот вопрос тревожил людей еще на заре времен. Эта мысль глубоко и прочно засела в коллективном разуме. 2000 лет назад Джоан Джо увидел сон. Ему снилось, что он бабочка, и проснувшись, он не мог понять, кто он, человек, которому снится, что он бабочка, или же наоборот. В пещере Платона узники, закованные в цепи, смотрят на тени, танцующие на стене. Им не видать свободы, пока они не постигнут реальность умом, а не чувствами. И так повсюду. Спросите профессора из Оксфордского университета или космолога из МИД. А вы? Что бы вы выбрали, если бы знали? Захотели бы вы понять эту бесконечную иллюзию, где правду порой не отличишь от лжи? В любом случае, симуляции не бессмысленны. У них есть цель. Вопрос не в том, находитесь ли вы в симуляции. Вопрос в том, какая часть вашей свободной воли ваша. Неважно, реально вы или нет. Даже тест Тьюринга не сможет точно определить, человек вы или машина. Элиза — компьютерная программа обработки естественного языка. Она прошла этот тест, разве нет? А ведь она всего лишь машина. Итак, как говорит сама Элиза, что вы чувствуете в связи с этим? Вы уверены?
Спасибо, что спас нас. Это я виноват. Клянусь Анубисом, я лишь хотел подарить им мечту. И зачем я только рассказал им об этом? Довольно. Дети есть дети. Давай найдем их. За этим я здесь. Знаешь, куда они пошли? А, может быть, в старый храм Александра Великого? Я как раз рассказывал им про него. Он на северо-западе. Это вряд ли. Они могли отправиться в наш лагерь. Он на западе. Хорошо. Я поищу их возле храма, а вы в лагере. Я с тобой. А Себни пусть идет в лагерь. Там мечтателям самое место. Раньше здесь гуляли дети. Но с тех пор, как появились стражи фараона... Там, где раньше была жизнь, поселилась смерть. Да. Люди фараона, как змеи, что таятся в песке у нас под ногами. Они убивают и детей, и взрослых. А, пустыня для уставших душ, воинов, поэтов, не для невинных созданий. Знаешь эти места? Я рос здесь. Это дом. Но люди фараона уничтожили его. Расскажи про детей. Хитано прилежный ученик. Станет философом. И Стелла будет воином. Всегда защищает друга. Да, маленький боец. Ты что, учишь детей, как быть мятежниками? Я их ни к чему не принуждаю. Но людей фараона ненавидят все. Люди будут винить и Стеллу. О чем ты? Она всегда говорит, что думает. А у него дух искателя. И Стелла защитник, но люди не слушают. Они хорошие друзья. И хорошие дети. Хорошо. Мы сможем быстрее найти их следы, если разделимся. Это сандалии. Дети лезли по стене? Одежда детская. Мне стыдно убивать такую слабую жертву. Это такой же астракан, как у детей на занятиях у Навы. Они потеряли его. Записи об Александре и храме. И разные домыслы о том, где сейчас его золото. Свежие следы. Детские. Они были здесь. Идет Боги, я на тебя. Помогите мне! Эй! Скорее! Тут змеи! Тихо, только тихо. Я сейчас буду. Должно быть, он ведет в храм. Здесь не войти. Нужно найти другой путь внутрь. Не сбиться бы с пути. Thank you.
Змея убита маленьким клинком. Какой чистый удар. Дитя! Берегись! Змеи могут тебя укусить! И... змеи могут укусить меня! Здесь явно чего-то не хватает. Куда оно делось? Эстелле пришлось взять щит, чтобы выбраться. А вот копье мы поднять не смогли. Скорее бы вернуться домой. Мы ведь нашли сокровище Александра. Я Хитану. Спасибо, Неп. Ты спас меня. Я не Неп. Зови меня Баек. Так... расскажи мне, что случилось. Мы пошли искать легендарные сокровища Александра Великого. Наш учитель про них рассказывал. Мы поняли, они где-то здесь. Пробраться в храм мы смогли. Но потом из воды появились змеи и окружили нас. А где Эстелла? Она ушла за подмогой. Еле удалось уговорить. Ей пришлось закрываться щитом, зато никто не укусил. Но прошло столько времени, я волнуюсь. Она уже должна была вернуться. Раз она не с тобой, наверняка что-то случилось. Сперва мы выберемся. За мной. Здесь явно чего-то не хватает. Куда оно делось? Эстелле пришлось взять щит. Поднимается ветер и песок. Хамед! Я так рад тебя видеть, Хамед! Я надеюсь, ты усвоил урок. О, да. Если бы не Баек, змеи сожрали бы меня. Ну, не сразу. Но участь все равно незавидная. Так, Эстелла сказала, куда пойдет? За помощью в лагерь у разлома. Поищу вашу воительницу.
Дым. Это из лагеря. Боги не простят вам эти злодеяния! С нами Меджай! Бой! Мы победим! И снова ты пришел к нам на помощь. Мы навеки останемся у тебя в долгу. Хитану жив. С ним сейчас Хамед. О, слава богам! Но и Стелла сейчас в большой беде. Ее похитил главарь разбойников Медон. Ему внезапно приглянулся ее щит. Она не стала его отдавать. И он украл ее. Все спрашивал, где она взяла этот щит. Писа-Арос. Он забрал ее в Писа-Арос. Оттуда не возвращаются. Прошу, найди Истеллу. Медон будет пытать ее, чтобы все разузнать. Я пойду за ней. Медон за это ответит. Цитадель в горах к юго-западу отсюда. Будь осторожен, дозорные Медона повсюду. Ищи злого лысого человека в сопровождении стражников. А, вряд ли они снова на нас нападут. Спасибо тебе, Меджай. Со стражниками. Я нашел его. Медон. Придется чинить.
здесь не рады. Может развязать язык любому. Я твой судья и палач. Ты умрешь, Видон. Тебя что, прислали мятежники? Жесткая попытка. Сначала я убью тебя. Нет, нет. Убью их всех до одного, как крыс. Не жди, что боги будут к тебе милосердны. Тебя что, прислали мятежники? Жалкая попытка! Сначала я... Иди в Дуат. Теперь мятежники получат передышку. Надо найти крепость и спасти девочку.
Отступимся, что ты делаешь? Да, меня не пустят. Слышишь? Будь на чеку, брат. Сюда! Не волнуйся. Я рядом. Эй! Ты кто? Я убью тебя! Что ты? Солдат!
Где же ты? Эй, кто? О, боже. Мы закончим бой. Тебе здесь не рады. Yeah!
рядом. Нужно спасаться! Спасибо большое! Вот сюда! Девочка сбежала из клетки и спряталась в сети. Проводи ее в наш лагерь, а я потяну время. Тут была девчонка, но сбежала. Вряд ли ушла далеко. Помоги ей, а я пока постараюсь отвлечь страшно. Стелла, вижу, у тебя уже есть план побега. Еще какой? Садись в телегу и едем уже отсюда. Сюда! Надо действовать аккуратно. Тебе конец! Тут была девочка. Похоже. Тут была девчонка, но сбежала. Что ты? Да.
ходит. И мы спасены. Вот так. Бежать по лунам с деревьями. Там нахладывает. Храбрый воин, ты возница поистине достойный самого Сета. Ты от мятежников? Эти мерзавцы хотели убить меня. А ты очень отважна для своих лет. Я должна быть отважной. Псы фараона хотят уничтожить нас и захватить все. Им не понять. Жизнь нельзя запереть, она течет свободно. Мое сокровище, я сражалась за него. И еще защищала Хитану. Они бы нашли его и убили. Я так волновалась. Он жив-здоров. Вернулся в лагерь к остальным. Да и тебе пора. Знаю, знаю. Осторожнее, Эстелла. Не лезь туда, Эстелла. Настанет день. Я стану такой, как ты. Я освобожу пустыню и всех людей. В тот день найди меня, Эстелла. Почту за честь сражаться вместе. Приветствую, Миджай. Заниматься с Хаметом еще чаще, вот увидишь.
Увидят, сразу накинутся. Тупица, ты что делаешь? Что? Я... Меня не должны здесь заметить.
что? Но! Но! Тебе здесь не рады.
Папа, а у меня будет много детей? Я надеюсь, что ты подаришь нам с мамой много внуков. Тогда мне нужна жена. Ты юн, сынок. Ни к чему спешить. Я не буду. Но что, если мне уже пора? Сначала ты должен стать Меджаем. О, Таурт. Бегемот на двух ногах. Та, что носит солнце. Она богиня плодородия и рождения. Владычица горизонта. Она приносит разлив реки Ар.
убью тебя! Бой! Отвлеките противника, я прорвусь! Уйди! Вижу всех. Их унесли с собой демоны. Боги, спасите! Что случилось? На нас напали демоны! Отняли дитя! Как это? Никто не дал им отпор? Я мог бы, но я не рожден для битвы. А мальчишка думал, что сразит демонов. Сейчас он, наверное, у старой башни. А я бежал. Старая башня? Мальчик не выживет в этой пустыне. Разыщу его. Я бежал от Анубиса. Я смотрел в черные пылающие глаза демона. И боги сбросили мои оковы. Субтитры сделал DimaTorzok.
Похоже, это башня, о которой говорил безумец. Значит, не все в этой истории бред. Эй, как ты оказался тут один? А зачем тебе знать? Что тут делает Меджай? Ходят слухи о пропавших людях, ребенке и демонах. Никто никуда не пропал. Нас схватили разбойники. Бежать удалось лишь мне. Но я вернусь и спасу отца. Если отправишься один, погибнешь. Ну и пусть. Я должен пойти. Ты смелый, но глупый. Долг сына перед отцом — жить. Я пойду с тобой. Ветер поднимет пески. О чем мы говорим? Идем, если хочешь. Мой долг — спасти отца. Ты юн, но готов поступать как мужчина. Отец будет горд. Нужно спешить. Если нас не убьет жара, то сожрут гиены. За мной. Это буря! Нам нужно переждать! У меня нет времени ждать. Горы песка. Твой отец! Он точно жив? Нет. Но что делать? Мама умерла очень давно. Я ее и не помню. Отец сам растил меня. Дерьмо! Так нас крутит! О, вижу! Беда, не ранен! Нет, но что делать? Мама умерла очень давно. Я ее и не помню. Отец сам растил меня. У меня отцовская лошадь. Даже если он мертв. Мы остановились. У меня отцовская лошадь. Даже если он мертв, в Дуате конь пригодится. Если он жив, я спасу его. Если мертв, отдам за него свою жизнь. И мы вместе отправимся в поля Иалу. Мы должны спешить к отцу. Так, подожди здесь. Дальше идти опасно. Я сделаю все, чтобы спасти твоего отца. Спасение отца — мой долг, не твой. Я не ребенок. Я Рахатеп из Дионисиаса. И я пойду. Я Байка Сивы, и я не позволю тебе рисковать. Ты мне не нужен. Я и сам доберусь. Да, глупое дитя. Нужно было связать. Мы едва знакомы, однако я ответил на все твои вопросы. Я отправлюсь спасать отца. Ты мне не нужен, а запретить ты не сможешь. Я не твой сын. Не только у тебя есть долг. Я Меджай,
И мой долг — защищать людей. Меджай, вас не осталось. Лишь филаки, что грабят деревни и убивают. Они жаждут наживы. А нужны Меджай. Защитники. Люди и Меджай должны сплотиться, Рахатеп. А кто сплотит? Великая богиня? Клеопатра? Точного ответа нет. Но кто-то должен пойти путем Меджаев. Иначе Египет скроет пески. Мои дети будут честными. Я воспитаю их такими. Сюда, Байк. Тихо. Их лагерь рядом. Нас могут увидеть. Рахатеп, ты словно мой сын. Считал себя взрослым. Что его изгубило? Сиди, где сидел. Хорошо, Байек. Я стану слушать тебя. Но погибнешь, займу твое место. Видишь смотровую башню? Стражи изредка покидают свой пост по нужде. Тогда и пройдем. Ты быстро соображаешь. Отец будет горд. Будем держаться в тенях и ждать. Держит ухо востро.
дерьмо! Догнать тварь! Крестьяне, пошли. Нужно уходить отсюда. Скорей, туда. Коней оставили там. Бежим, быстрей! Живой! Вижу, все целы. А где мой отец? Рахатеп, мне жаль. Его отправят на корм крокодилам. Нам не справиться с ними. Это не демоны, это люди. Слушайте, вы все обязаны отцу жизнями. Туро, помнишь, как он за твою дочь принял удары плетью? А ты? Он пересек пустыню и привел твоему отцу лекаря. Ваш черед помочь ему. Если он жив, спасем его. Если нет, отомстим. Идемте! В бой! Боги. Как ты похож на отца. Ты прав, Рахатеп. Что бы ни случилось, мы с тобой. Приготовьтесь! Пусть лучше готовятся те, кто напал на нас. Спасем же моего отца! Боги сегодня с нами! Я убью тебя! Умри! Что здесь? Что такое? Хватит! Прошу! Кто ты? Что тебе нужно? Я друг. Пойдем со мной. Нужно спасти тебя. Не вы. Меня пытали. А потом ослепили. В лагере есть пристань, где можно укрыться. Куда?
Отец! Ты жив? Что с тобой? Демоны лишили меня зрения, но не смогли отнять сына. Ты спас меня, Рахатеп. Он спас всех нас! Победил пятерых демонов в одиночку! Рахатеп, ты стал мужчиной, настоящим лидером. Займи мое место. Я уступаю его. Отец, мне помогал Байек из Сивы. Бился за нас. В нашей деревне будут помнить твое имя. Сегодня мы празднуем. Идем с нами. Твой сын отважен. Я рад, что помог вам. Думаю, дальше он справится сам. Доверься ему. А я буду воевать со своими демонами. Нас, кажется, прервали. Прости, о чем мы говорили? Рахатеп, что будешь делать? Заботиться о людях, помогать отцу. Он заслужил покой. А я понесу его на имя. И мы выследим и истребим всех разбойников. В живых не останется никого, я клянусь. Ты знаешь, как зажечь сердца людей. Стране нужны такие, как ты. Выпущу тебе кишки! Я выпотрошу тебя!
Папа, ты египтянин, а мама гречанка. У Египта с Грецией не будет войны? Между нашими народами нет вражды. Мы все равны. Что-то не похоже. Жрец из храма сказал, что греки враги Египта. Стреляй!
Но! Это послание с небес. Будто бы сам Ра спустился на землю. Сами боги указали мне на это место. Это вход в усыпальницу. Это связано с солнечными часами? Или нет? Надо запомнить число. Часы, которые нарисованы в гробнице. Все правильно. Все правильно.
на верном пути. Все правильно. Во славу богов? Ура! Что я наделал? Теперь в гробницу. О, вы вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Я дол.
Поговорю с Пошеринфтахом. Поищу в великом храме. Вор! Вор! Меджай! Лови этого негодяя! Ну же! Остановись! А не то будет только хуже! Для Меджая ты слишком медлителен. Не понимаю, как мальчишка так быстро бегает? Тебе здесь не рады! Я! По зубам! Вот так вот! Ты привел меня, чтобы я расправился с ними? Конечно! Я невероятно умный. Мне все так говорят. Если ты и вправду такой умный, то почему водишься с бандитами? Я с ними не вожусь. Просто злая старуха заперла моих друзей. Она велит нам воровать. Заперла? Да. Сестра хотела спасти нас. Сказала, чтобы мы пришли к верфи у реки. А сама не пришла. Ты найдешь ее, а я дам тебе яблоко. Не надо платить мне за помощь. Это бесплатно. Как зовут сестру? Кавит, а меня Ифри. Если найдешь Кавит, скажи, что я зол на нее. Thank you.
five positions, Gera. Не скоро он уйдет в плавание. Это торговец. Он мог видеть ковид. Отойди подальше, пока кости целы. Спокойно. Ты видел вчера на верфи маленькую девочку? Я видел много девочек. Честно говоря, смотреть не на что. Вниманием тебя явно не балуют. Сейчас ты только что утроил цену моего ответа. Я скорее брошу свой кошель в реку. Надо найти способ его разговорить. Лучше отойди, пока ничего не разбил. Именем Осириса! Ты чудовище! Так ты видел девочку? Да, я видел ее. Она украла мой самый большой горшок с маслом. Она растворилась, как бесплотный дух. Пока меня не было, все мои горшки разбили. Скорее бы вы все утонули в Ниле. Детей держали в клетке. Мачта сгоревшего корабля. Яркий парус. Интересно. Должно быть, довольно сильно полыхало. Да. Говорят, корабль загорелся вчера в порту. Из-за чего же? Не знаю. Я же просто чиню его. Сгоревший корабль, похоже, чинили. Масляные пятна. Кажется, я понял, что произошло. Ковид украл у торговца горшок с маслом, а потом спрятался. Позже, под покровом ночи, она разлила масло и все подожгла. И пламя охватило корабль. Во время пожара ковид смогла освободить детей в порту, но разбойники ее схватили. Похищениями детей занимался хозяин корабля. Вот и яркий парус. Видно, разбойники ищут девочку. Держите, мелкие твари. Эй, ты!
Ура! Орел! Выпущу тебе кишки! Надо поговорить с девочкой. Меня прислал твой брат. Где Ковид? Ее и всех остальных забрали в дом в городе. Его хозяйка богачка Гая. Этот дом у храма Хатор. Ты спасешь мою семью? Клянусь богами, спасу. Мне нужно достать ключ. Так иди и забери его скорее у этих проклятых мерзавцев. Иди и забери ключ. Этим ключом я смогу выпустить ковид. Ключ у меня. Чудесно. Ты от Нефа? Нет, я от Ифри. И где он? О чем ты? Я все время шел за тобой. Уведи Матию. Ну? Ну, а ты чего стоишь? Я найду эту римскую тварь, что обидела мою семью. Захочешь помочь мне? Буду ждать у дома Нефа.
Слышали? Будьте начеку. Нельзя убивать на глазах у детей. Что случилось? Кто это? Неф. Дети звали его отцом. Это его дом. Это его дом! Ты ранена. Мне наплевать. Сегодня эта римская дрянь отплывает в Александрию. Помоги мне скормить ее морским тварям по кусочкам. Я пойду сам. Думаю, из тебя достаточно крови. Это мой долг! Твой долг стоит того, чтобы оставить детей без защиты? Уничтожь ее имя, Баек из Сивы. Нужно торопиться, или эта тварь покинет Мемфис. Не мешкай! Иди и прикончи эту римскую гадюку! Сену быстрее меня найдет корабль с ярким парусом. Стал полем боя, могилой. Привлекать внимание.
Джерриет. Скорее бы уже свернуть шею этой мерзкой девке ковид. Стража! Какой-то поганец забрался на мой корабль! Ковид отмщена. Ее ярость утихнет. Ah!